Я приглашаю на сцену замечательного артиста, достаточно молодого, я бы даже сказал, юного, который в этом году покорил артистические вершины. Он сыграл главную роль Лукаша в спектакле «Лесная песня», «Мавка. Лесная песня». И он сыграл принца Калафа в спектакле «Загадка Турандот». Камиль Фехретдинов, принц Калаф. Камиль Фехретдинов, армия принца Калафа.